World Air Dynamics Simulation, Earthbound Federation. Сделал долгожданный момент, официальное открытие 38-го профайта, а именно 88-й турнир организации WF, который проходит в городе Кочхор-Ата. Мы с вами ранее договаривались. Кочхор-Ата, ваши бурные аплодисменты! И для открытия данного турнира я приглашаю председателя правления открытого акционерного общества «Энерджес Нефтегаз» Бостонов Арашут Абдумаликович, встречая. Президент Федерации WF по Джалалабадской области Мамытов Талант. Президент Федерации WF Кадырмышев Руслан. Генсекретарь WF Османова Даниэль. Президент Азиатской лиги Ахмат Кадыров Надыр. Кочхор-Ата, громче!
Yalnız kanım bana hareketiniz için, üstündeyle bitsin. Sporçular için kalan hareketiniz için Allah razı olsun. Barlar olsun peki. Ben ölüm fiski patron tarlarımız var. Bitsin sporçları. Dünyalı kalemde daha önce bu bitsin diye geçen bir etkenimin. Çoğun senin için var. Rahat olun peki. Yine çok söz kılmayın. Mevursak etkiniz olsun da ekleyin. Хотел поблагодарить, конечно же, моего дорогого брата Надыра Кадырова, президента Азиатской лиги «Ахмат», с которым мы бок о бок уже пятый год проводим совместные вот такие турниры. Как говорится, за здоровье, брат мой. Наша дружба, я так думаю, наша спортивная братская дружба должна быть долгой и вечной, брат мой. И, конечно же, хочу поблагодарить президента Всемирной Северного бойцовского клуба «Ахмат» Исмурада Абдулеза Джандаровича также за то, что всегда способствует, поддерживает наши лиги все эти годы. И, дорогие, спасибо большое. Урмату Тувандар, Урмату Джандаштер, Лемелев, Кызыстым бары, Дага Алдыда, Антене, Ейн, Кызысту, Ейн, Юшты, Мушкерлерыз, Азырты, Азырты, Бетештерды, Алды, Тараванстар, Мен көп сөз қылайын деп ұстайды. Бүгінгі спорт байрамымен құттықтаймын. Рахмет. Ассаламу алейкум. Қошқар ата, Нокен басарды. Құттықтап, кешіңіздер менен, құрметті жерлестер. Қошқар ата шаһарында бүгін тарихи үшін, өйткені біз федерациясы Birinci жолу ушундай жогорку деңгээлде Жалал-Абад областында ушундай мелдешти уюштуруп атат. Ушундай мелдешке жардам берген, көмөк көрсөткөн нефтегаз ишканасына анын жетекчилиги жана жамаатын Рашид Аке менен чогуу баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирет. Бир кол чаап коюңуздарга. Майрамыңыздар кут болсун. Нефтегаз ишканасы бүгүнкү күнү мен как депутаттан айтып коем, жергиликтүү салықтан 2%-тен 70 миллион сомға жақын жергілікті мүлкерлерін отырып беріп 40-тан ашық объект салынды. Осындай маңайыңыздарын жазғаныңыздар дайыма ел үшін жер үшін қызмат қойыңыздар. Игілік болсын. Мына мәселе бүгін өте қызу таймастырады, өйткені Россия Федерациясынан мына күшті команда келді, Өзбекстаннан, Тажикстандан, мен ойлойм, Чечеништандан келди. Мен ойлойм, спорт бул достуктун символу. Ушул спорт аркылуу биздин жаштар дос табат деп ойлойм. Мамлекеттер аралык мамилелер бири бирине жакындайт жана кызматташууга, достошууга жол түзөт деп ойлойм. Ошондуктан бүгүнкү мелдеш жакшы өтсүн, жакшы бойлорду тартууласын, күчтүүсү жеңсин, бардыгына ийгилик кылам. Өзгөчө Кыргызстан командасына алга. Слово предоставляется президенту Азиатской бойцовской лиги Ахмат Кадыров Надыр. Под аплодисменты. Ассаламу алейкум, Кыргызстан элим. Для меня великая честь, я каждый раз это повторяю, быть хоть маленьким участием этой великой организации. Великая организация под названием ВЭП. Устамбаке, сізге чоң рахмат, что всегда нас так принимаете. Кыргызская земля, это для нас нужно сказать, не можно сказать, а прямо я говорю, это вторая родина. Она всегда нас гостеприимно принимает, провожает. И все основные наши турниры непосредственно связаны с вашим промоушеном. Как говорится, красивых боев и пусть победит сильнейший. Кыргызстан, Узбекистан, алга! Ну а сейчас под ваши аплодисменты снова предоставляется генсекретарю Федерации ДАБЛУЕФ Усманову Даниэль. Ассаламу алейкум. Кошкар ата, майрамдар менен. Мен Башкортостан футболом. Ушу Боскона Рашид Абдымалиевичке рахмат. Жалдан бери сүйлөшүүлөр болуп, ушул мелдеште
Yeşiller gününe koyduk. Tutunan ateşke falan tutunan ateşke dağlar. Şu Kisya'dan geldi. Biz prezidentin federat, WF federatta sıdırmış olsa. Barlarına rahmat. Şu bizim federatalık ve öyle gün sayın şimdi yerleştirdi ötkörüldü. Kuda kalası. BF88 Profile 38 açıkça yaralı. Мы, уважаемые руководство, все смотрим на флаг. Флаг находится справа от нас. А всех дорогих зрителей, любителей и профессионалов просим встать со своих мест, потому что торжественный гимн Кыргызской Республики. Выражаем благодарность председателю управления за постоянную поддержку спорта, неоценимую вклад и поддержку отечественных спортсменов. Также благодарность присел вручается Мурзакулову Заладеку Абдулметалиповичу, заместитель управления отца Европа Грузинский газ. 3% пал, 3%. Нет, 10. Благодарность письмо вручается Райнкулову Абдулметалипу Босанбаевичу, правкому Грузинский газ. Шамшиева Панадеку Чуроковича. Вручает президент Федерации ДАБУЭФ. Анар Бакагова Умарали Абдулматовичу. Рысалиеву Талайбеку Кумашевичу. Также есть у нас Денис Барак, Рызалиеву Талайбеку Кумашевичу. Также у нас есть еще подарок от президента Федерации кикбоксинга Акимбаев Полишер Эргешевич. Замечательный кубок
Ваши аплодисменты. Құрметті құрметті Қосқарата шаһарының қонақтары, үшінші бүгін Қосқарата шаһарында Қосқарата шаһары мәдениетке бай спортқа жақын ел, андықтан біріншіден сіз Қосқаратына еліне тәзім. Бүгінгі үшінші спорт шараны ұйыстырған Нисан жылында айтылған құрметті спортсмендер, бұл Нисан жылында Kırgız geliniz usul kurganız. Buna Manasata anlayınca Çingiz Aytmatos gegendeyle Allah'la Cansandı buna arkasına Ulu, Kırgız, Danışman, Patriot insanlarına Öztürk Atat Annemese usul ulu insanlardan birine Atın atı atay Usul Gümülkü Usul şempiyonatın üçüncü usulü Bostanov Raşit Abdümalikus Sponsoru Annemese Uşuk